Ежедневно в Луганской и Донецкой Народной Республике все больше военнослужащих вооруженных сил и Национальной гвардии Украины принимают решение сложить оружие и вернуться к нормальной жизни. Сдавшиеся в плен военнослужащие хорошо понимают, что это единственная возможность снова увидеть свои семьи, своих родных, вернуться домой живыми. В Луганской и Донецкой Народной Республике строго соблюдают принципы международного гуманитарного права. Обеспечивают гуманное отношение к военнопленным. Здесь бывшие солдаты и офицеры Украины обеспечены всем необходимым – трехразовым питанием, одеждой, медикаментами, а в случае необходимости – медицинской помощью и возможностью связаться со своей семьей. Алло. Это я, привет. Привет. Как ты? Боже, честно, я не знаю, у меня сердце замерло. У тебя все хорошо? Успокойся. Нормально. Успокойся, все нормально. Ладно, как ты там? Все хорошо, жив, здоров, не переживай. Да я очень счастлива, что тебе дали позвонить. Ты не представляешь, как я счастлив, что я тебя слышу. Ты себе даже представить не можешь, насколько я этому счастлива. Я вчера полночи рыдала, до 3 часов ночи. Я очень благодарна тем людям, которые меня услышали, и которые дали возможность просто, да. Это вообще лучшее, что могло произойти. Я... В Донецке все нормально. В общем, пока месть я здесь, в скором времени буду дома. Никуда не отправят, все нормально, да. Все будет хорошо. Я же тебе говорю, хорошо. Не надо ты пальцем не трогать. Тебя. Давай, родная, люблю, целую тебя. Да, я тоже тебя люблю, целую, давай. Давай.